на Волге, но на яхте никогда не был. И вообще для меня все, что связано с парусным спортом, было таким неродным. И вот, значит, с чего все началось. В Красноярском крае, который является вторым по площади регионом России после Якутии, мне предстояло посетить города. Это Игарка, Дудинка и Норильск. Туда добраться можно либо только самолетом по воздуху, либо по Енисею на попутном судне. Но и то, и другое для меня было весьма затруднительным, потому что самолет стоит больших денег, а на теплоходе билет еще дороже, чем на самолете, раза в два, а то и в три. И вот, значит, благодаря Русскому географическому обществу и экспедиционному центру РГО в Красноярском крае, вообще в Сибирском федеральном округе, я узнал, что из Красноярска в кругосветку отправляется яхта «Елизавета», которая будет выходить по Енисею в Северный Ледовитый океан и далее уже северным морским путем в Кронштадт. Эти замечательные товарищи из РГО позвонили капитану яхты, спросили, готовы ли они взять с собой путешественника. И как-то так получилось, что капитан сразу согласился. Мы быстро подружились, я в течение 2 дней помогал готовить яхту к отплытию и отправился с ними в такое вот путешествие. На Енисее необычайно красиво, нам повезло с погодой, было почти все время солнечно, ясно, особенно за полярным кругом, погода так радовала, было чувство, что мы где-то в Сочи, а не за полярным кругом, было даже жарко, что в футболке. В одной только футболке мы ходили. Вообще, норильчане мне говорили, что такая погода у них бывает крайне редко, не каждый год. Пали как раз в тот период, когда вот была хорошая погода. И для того, чтобы на яхте приносить хоть какую-то пользу, я вызвался там готовить, потому что ничего другого я делать не умел, ни в каких терминах не разбирался. Например, капитан кричит: «Кранцы за борт!» А я спрашиваю, что такое кранцы? Я вот таких элементарных вещей даже не знал. И хотя мы запаслись большим количеством продуктов, набрали с собой тушенки, рыбных консервов, круп, макарон, практически ничего из этого не использовалось, потому что в дороге мы останавливались в некоторых поселках, а это отдаленные таежные поселки, небольшие, где живут люди вдали от цивилизации, где нет ни сотовой связи, ни интернета, где только по спутниковому телефону можно разговаривать. И вот местные жители нас угощали всевозможнейшими своими прелестями. Мы сами целенаправленно не причаливали к ним, но они к нам иногда подходили на моторных лодках, просто узнать, что это за необычное судно движется вниз по Енисею. Они такого никогда не видели. Тем более яхта у нас шла без паруса. Мы, когда выходили из Красноярска, нам нужно было преодолеть 3 моста. И поэтому мачту, она довольно высокая, ее снимали. Она в вертикальном положении, в горизонтальном была зафиксирована на палубе. Да. И вот такое необычное судно, конечно, для жителей енисейских деревень было непривычным. Они подплывали к нам и спрашивали, что это такое. И среди них были и старообрядцы в том числе. Так вот, на чем я остановился. Жители вот этих вот енисейских деревень угощали нас рыбой. Осетр, да, осетрина. Мясом угощали, молоком, самогоном, всевозможнейшими другими прелестями. И нам в основном даже не пришлось свои продукты готовить, расходовать. Было очень интересно и весело. Эту экспедицию организовал вице-президент Сбербанка, который тоже с нами участвовал, был. Вот. Капитан тоже был интересным человеком. Он возглавляет Федерацию парусного спорта Красноярского края. Другие участники плавания по-своему интересные люди. И вот это для меня стало самым ярким событием прошлого года. В течение 8 дней я добирался с ними до Игарки.
Потом тоже было интересно, потому что выбраться оттуда тоже не так просто. Там уже мне помогало Министерство транспорта Красноярского края. При их содействии я сел на теплоход, который довез меня до Дудинки. Из Дудинки есть автомобильная дорога в Норильск. Какое-то время провел там. И также обратно по Енисею, но уже вверх я на теплоходе вернулся в цивилизацию на юг Красноярского края. Ага. А вот про нынешний 1900, хотел сказать, 2000... 2018 год. У меня планы не такие обширные. Я слишком далеко от родного дома не уеду. У меня в этом году будут в основном посещены регионы Центральной России. Нет, Калужскую я посетил еще в позапрошлом году. У меня в этом году будет Брянская область, Орловская, Смоленская планируется, а также Тульская и Рязанская. Но помимо них я еще посещу города Кировской области и на неделю съезжу в Воркуту. Хотя я в Воркуте уже бывал. Ну, на самом деле, это тоже не так уж далеко. В Воркуте, хотя я уже бывал, но сообщество «Неизвестная Россия», которое организует выезды в наиболее интересные места нашей страны, пригласило меня в качестве гида побывать там снова. В прошлом году еще одним необычным регионом для меня стала Республика Тыва. Да. Как Висбор пел, Республика Тыва живет без публики. А вот забыл дальше. Ну ладно. В общем, там, когда приезжаешь, Тыва сама по себе городов немного имеет, всего 5. Кызыл самый крупный из них, он как Камышин. Остальные вообще маленькие, типа Петров-Вала и даже меньше. И там очень мало русского населения. Там в основном одни тувинцы. Ты как такая мононациональная республика, типа Чечни. И все на тувинском. В маршрутку заходишь, разговаривают по-тувински. Чувствуешь себя просто белой вороной. Вот один русский в маршрутке едешь, водитель орет по-тувински, кондуктор разговаривает. Ну, как у нас, допустим, спрашивают, у драмтеатра выходит кто-нибудь, но он это по-тувински спрашивает. Ну, кричит, чтобы всем было слышно. Кондуктор там плату за проезд по-тувински спрашивает. Ну, вообще, все на тувинском, надписи на тувинском. Вот. Естественно, у них основной национальный герой – это Сергей Кужугетович Шойгу. Везде плакаты с его изображением. Да, он из города Чадана. Да, там есть музей его семьи, посвященный его родителям, его детству. Везде плакаты с его изображением. Ну, так его очень почитают, потому что это, ну, наверное, самый известный тувинец в мире. И всех пугают, меня тоже пугали тем, что в Туве меня непременно зарежут. Потому что пьяный тувинец, он сразу бросается на русского и режет его. И вообще преступность там действительно, ее процент высок. Многие магазины... имеют такое металлическое ограждение, клетку, продавец за решеткой. Ну, вот ты заходишь в магазин, а тебя от продавца и от всего товара отделяет такая мощная металлическая решетка. Да. Да, уже когда ты внутри магазина. Вот, потому что частый случай воровства, грабежа. Многие балконы даже на четвертых, пятых этажах тоже зарешочены, потому что вот есть в этом необходимость. Серьезно. И я когда ехал в Тыву, меня все предупреждали. Ну, наверное, каждый, ну не каждый второй, а даже чаще. Что там надо быть осторожным, что туда лучше не ехать, что там опасно, что там меня обязательно зарежут. Но, к счастью, мне повезло, никто меня не зарезал. И в этом, конечно, я тоже благодарен МЧС, потому что я ночую в основном всегда у них в пожарных частях. Они меня сопровождают, помогают в разных вопросах. Вот.
Но Тыва сама по себе очень красивая республика. Там горы, степи, озера, там начинается Енисей. Да-да-да, там много таких мест, которые труднодоступны и тем интересны. Туда часто прилетает Путин с Шойгу отдыхать. В Тыве мне в этом отношении понравилось. Но все равно чувствуешь себя там чужим. Вот из-за того, что это разница в языке, в национальности, и как-то так относится не очень. Как раз-таки после Тывы я поехал на Алтай. Там всего один город, это Горно-Алтайск. Он тоже как Кызыл, как Камышин по численности населения, но, естественно, выглядит побогаче, потому что это все-таки центр республики. А самое интересное не в городе, естественно, а вне его, в горах, ближе к Монголии. Так вот, и там есть места, куда бы я сам вряд ли бы смог добраться, и из соображений безопасности, и чисто вот практически туда нелегко доехать, но опять же благодаря неизвестной, ну потому что редко ходят попутки и очень плохая дорога. Взять, например, перевал Кату-Ярык, который ведет к долине реки Чулышман и к Телецкому озеру. Туда не каждая машина может проехать. Ну, сама по себе дорога очень опасная. Это спуск с высоты, множество таких вот переходов, серпантин. И мы ехали туда в плохую погоду, при дожде, и вообще за окно было страшно смотреть. Вот, мы заказывали УАЗик, мы были там с группой туристов из неизвестной России. Я их сопровождал как гид, хотя сам там был впервые, но меня вот для этой цели избрали. И это тоже было очень яркое впечатление, тем более мы провели две ночи на берегу Телецкого озера, а потом на катере отправились через все Телецкое озеро, наверное, самая знаменитая достопримечательность Алтая, среди вот этих гор, получается, с юга озера на север и уже там дальше в цивилизацию. Да, и благодаря тому, что на Алтае развивается туризм, алтайцы не такие отчужденные от мира и свирепые, как тувинцы. С алтайцами проще как-то найти общий язык, хотя, говорят, они тоже опасны, если выпьют. Да. Вообще, вот эти сибирские народности, буряты, якуты, чукчи и другие, они с трудом переносят алкоголь, быстро пьянеют и из-под контроля выходит тоже быстро. Ну, не зря Раси, этот Петр Первый завоевал все это дело. Ну как, потому что алкоголь пошел. Да. И мы, правда, выбрали не очень удачное время. Мы уже в сентябре, в начале сентября были на Алтае. А там уже к этому времени на некоторых перевалах шел снег. Было довольно холодно. Такой сезон туристический уже закончился. Но, тем не менее, была своя прелесть. В этом я не пожалел, что съездил. Красота. Thank you.
Во все века истории людской оракулов немало было в мире, и в наше время тоже. И рекой их речи растекаются все шире. Да вот беда, консенсуса-то нет. Друг с другом не согласны звездочеты, и время ясный проливает свет всегда на эти байки с болотом. И новый день пройдет своей тропой, своей, не напророченной особой, а Нострадамусы наперебой водицу мутят, и пойми, попробуй, узнай в них, что будет, вот вопрос. Твердят и те, и эти, что провыдя, туманов тьма, но верный есть прогноз. Он возвещает, поживем, увидим. Рассеется неведенье дым в тогда уже явившимся грядущим, и может стать оно и золотым, коль мы в кофейной не утонем гуще. И может стать оно и золотым, коль мы в кофейной не утонем гуще.